О! Офигеть! Это что такое? Что ты такое вообще? Не что, а кто? А! Она еще и разговаривает. Артем, успокойся, расслабься. Ты что, меня знаешь? Конечно, ты Артемий Аликов, кукутик третьего поколения, мышонок, ага? Да, это я, а ты кто? Как, ты разве не видишь? Теперь я кукутик, мышонок. Ты? Не может быть, ты ведь такая маленькая. А тебе не кажется то, что ты стал слишком огромным? Не вписываешься в проект для малышей? Ну, годы берут свое, что поделать. Но ты реально мелкая, вон, меньше Фиксика. Тёма, тебе ли не знать? Это же мультик, чудеса мультипликации. Там большая, тут маленькая. Да, кукутики уже не те. Нормальные кукутики, посмотри. Это свинка Няша, она всегда веселая. Смеется всегда и везде. Она самый заслуженный работник кукутиков. Она пела песни еще тогда, когда даже не снималась. Это правда. Это кукутик-мальчик. Он заменил кукутика-рэпера. Раньше его прическа была похожа на какашку, но сейчас он носит кепку и стал более похож на пацана. И правда какашка. Это кукутик-девочка. Она всегда строит рожицы, и невозможно ее сфотографировать с нормальным лицом. И когда выкладывают эти фотографии в соцсети, она не рада. Это парадокс. Это кукутик-енот. Он очень скромный и застенчивый. Но по мультикам этого не скажешь. Ну мы-то знаем. Это точно. Я смотрю, ты хорошо подготовилась. Все про всех знаешь, как настоящий кукутик. Ты еще не понял? Я и есть настоящий кукутик. Тёма, просто сказала! Тёма, говори, Тёма, это опасно! Ты почему еще не переоделся? О, мне такой сон приснился. Да ладно тебе! Смотри, кто к нам пришел. Привет! На столе стоял компот, но компота нет, и вот я стою, разинув рот. Кто же выпил мой компот? Знай, это папа! Нет, компота я не пил, я за хлебом уходил. Что стоишь, разинув рот? Нет, не пил я твой компот.